Ну, вот на данный момент территория перед входом в офис новостей телеканала «Интер» оцеплена, как вы видите, да, вот здесь лента. А давайте подойдем поближе. Я попрошу. Да, видите, нас не пропускают сюда. Здесь происходят следственные действия. Работают эксперты. Я попрошу оператора их показать. Дело в том, что нападающие в том числе принесли, установили вот примерно в том месте противотанковую мину или предмет, похожий на противотанковую мину. Такую я видел вот в зоне проведения антитеррористической операции. Хочу обратить ваше внимание на фасад здания. Вот ярко читается повреждение на втором и третьем этаже. В момент атаки я находился именно там, на втором этаже. В студии начался первый очаг возгорания. Оттуда пытались сотрудники студии вынести аппаратуру, спасти камеры. Потом на второй этаж проникла группа поджигателей. Они зажгли редакцию международных новостей, после чего сотрудники эвакуировались. И когда я выходил вместе с оператором Вадимом Ревуном уже, потому что внутри находиться не было возможности, просто такая плотная задымленность была, что невозможно было дышать. И когда мы спустились на первый этаж, вот сейчас его не очень видно, видите, флаг Украины, кстати, в процессе тушения его обрушили. Так вот, на первом этаже на нас с оператором Вадимом Ревуном напали, отняли камеру, на которой были запечатлены сами поджигатели. И я надеюсь, что в этом эфире мы все же попадем внутрь телекомпании и покажем, во что ее превратили нападающие. Ну вот такая ситуация на данный момент.